И сегодня, судя по этому всему, что у нас на столе, у нас челлендж. Какой называется? Макияж челлендж. Мы будем с Женей, Элин подружкой, делать по очереди Алине макияж. Сначала буду делать я, потом будет делать Женя. А вы должны оценить этот макияж в комментариях. Напишите, кто из нас красивее Алину накрасил. Хорошо? Тогда начинаем, а вы смотрите. Итак, начнем. Раунд первый закончился. Принимай работу. Господи. Посмотрите, какая она нас покрашивала. Прошел наш челлендж. Вот, результат налицо. Элин, понравилось? Конечно. Кто тебя лучше нарисовал? Женя. Женя. Браво, Женя. Вот так. А вы можете голосовать в комментариях. Пишите, комментируйте. Мы очень рады. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.